Доброе утро, друзья! Сегодня я встала рано в 7:45 утра, и я решила снять для вас влог, потому что сегодня у меня большие планы. Сейчас я собираюсь в спортзал. Я, кстати, ни одного дня не пропустила, но единственная проблема, что вот за эти пару дней я переедаю свои калории. Также вот вчера я кушала сахар, сахаросодержащие продукты, поэтому и я сразу же, кстати, сразу же я увидела результат в зеркале, в своем животике, рельеф немножечко ушел, поэтому я не буду больше расслабляться. Кстати, в спортзал я хожу здесь каждый день, я не пропустила ни одного дня, и это для меня в удовольствие, я вообще не представляю уже своей жизни без спортзала. Я уже чуть-чуть загорела, сгорела местами. Но сейчас после спортзала я также пойду загорать, потому что мне хочется ровно красивый загар. А потом я буду делать сначала кардио натощак сейчас, потом пойду позагораю пару часиков и буду делать, уже пойду в нормальный спортзал делать силовую тренировку. Тут спортзал очень малюсенький, я вам сейчас покажу, как он выглядит. Особо ничего не поделаешь, а вот спортзал, в котором мы взяли абонемент, 50 лева за один месяц, он очень хороший, там такая атмосфера, хорошая музыка. И да, там хочется вот прям заниматься. Сегодня еще у меня план сходить в спа-центр. Я тут обычно каждый год я хожу к нему в спа-центр. Спа-центр в этом отеле называется Виктория. И обычно я брала абонемент 700 лева. Или там, по-моему, платишь 500 лева, а получаешь 700 лева. И выбирала тут вот каталог массажа, который у них тут есть. Просто шикарнейшие массажи, но единственное, что, конечно, они дороговатые немножечко, но по сравнению с другими пятизвездочными отелями в любой другой стране, они раза в два дешевле. И я очень хочу сделать шоколадную Клеопатру массаж. В этой процедуре используются морские водоросли, морская вода, ароматические масла испанской фирмы. И это очень хороший массаж с витаминами. Он разглаживает кожу. Я уже делала такой массаж. И мне кажется, после него загар у меня ложился очень ровно и красиво. Даже после одного вот такого вот массажа. Сейчас я буду пить свою водичку. Воду с лимоном. Как вы знаете, каждое утро я пью воду с лимоном. И пойду занимать лежак, потому что здесь уже к часам к 10 уже ни одного свободного лежака нету. И пойду в спортзал. Буду держать вас в курсе и покажу все, что я буду делать сегодня на протяжении дня. И кушать тоже. Кстати, я вчера отредактировала вечером два влога. Один на русский канал, второй на английский. И вот сейчас гружу тот, который на русский. Но так как вы знаете, здесь интернет очень плохой, он будет у меня грузиться целый день. Увидимся чуть позже, ребята. Практически каждый день, и мне это очень-очень нравится. Это хлебец из бурого риса, яйцо, два хлебца из бурого риса, это индейка и обезжиренный сыр. Ну, тут 15
15% жира. Вот такой вот протеиновый бар, мой самый любимый, который я привезла с собой. И чай. Итак, ребята, я позанималась, сделала час кардио натощак, пошла позагорала часик. Сейчас, когда уже начало печь, в 12 часов вернулась в гостиницу, покушала, сделала себе такой бранч, который вы видели на видео. И сейчас я поеду, точнее, сейчас я пойду в спортзал и сделаю такой быстренький воркаут на ноги. Потому что в 3 часа мне нужно быть в гостинице, я забронировала массаж Клеопатры, о котором я вам говорила. И еще сегодня вечером мы пойдем с моей подругой в Святой Влас на Марину, в новый какой-то итальянский ресторан там открылся, я уже там была 2 дня назад со своими друзьями, мне там очень-очень понравилось, поэтому я решила пойти туда еще сегодня, для того, чтобы снять для вас видео и показать всю эту красоту нереальную. А после ужина мы также останемся на Марине, но пойдем в Харе, другое мое любимое место, покурить кальян, и потом я вернусь в номер спать, потому что завтра меня ждет очередной кардио натощак. И, кстати, если я вам не говорила, я абсолютно не пью вообще ни одного глотка алкоголя на своем отдыхе и не планирую этого делать. Увидимся чуть позже. Кстати, ребята, если вы не знаете, я пью кофе как свой pre-workout, поэтому я сейчас здесь в Барсело есть шикарный кофешоп. Я возьму себе кофе на обезжиренном молоке капучино. И пойду в спортзал. Почему я люблю этот отель так сильно? Потому что можно просто спуститься на первый этаж и найти абсолютно все, что вам нужно на территории отеля. Магазины, одежда, продуктовые магазины, кофешоп и аптека. Шикарно. Поэтому я здесь, как бы я там ни пыталась поменять место для того, чтобы исследовать что-то новое, да, я все время прихожу сюда и останавливаюсь в этом же самом отеле, потому что реально я не видела ничего лучше. Сейчас возьмем вкусненький кофе и увидимся уже с вами в спортзале. Ребята, я супер опаздываю, мне надо побыстрее. Я буду делать массаж шоколадной Клеопатры, но вместо шоколада я попросила, чтобы они мне сделали с водорослями, потому что мне очень нравится массаж с водорослями, он дает такой подтягивающий эффект, очень хорошо для кожи, и загар очень красиво ложится. Вот. Мне будут делать 1 час этого массажа в 4 руки. И я супер excited about it. Короче, ребята, если вы будете в Санни-Бич, даже если вы не останавливаетесь в Барселу Роял Бич,
вы обязаны прийти в Виктория Спа-центр и попробовать массаж Клеопатры. Я обещаю вам, что вы будете меня обожать после этого. Я, конечно, делала тот же самый массаж и предыдущие года, но я, наверное, забыла свои чувства. Сейчас я просто чувствую себя, что я как будто я родилась заново. Нереальное ощущение. Стоимость этого массажа за 1 час 4 руки с водорослями или шоколадом 150 лев. 141 лев. Стоит каждый свой цент. Пу, ребята, извините, я не снимала, когда мы были на ужине на Марине в итальянском отеле для Сицилия, но я вам сделаю сюда вставки с моей Instagram Stories, и вы можете увидеть место, оно невероятно красивое вообще. А Марина в Святом Власе – это просто нереально красивое место. И я сегодня съела потом суп из морепродуктов и сибас. И все. И вы не можете себе представить, насколько я устала. Сейчас 2:30, и я уже просто без сил, хочу скорее лечь и уснуть, потому что я вообще не пью алкоголь здесь и занимаюсь два раза в день. Так что, да, задавайте свои вопросы, я обязательно на все отвечу, пока я здесь. Если вы смотрите мои влоги, напишите, какие места, что вы хотите увидеть, я вам все сниму, все расскажу. А сейчас увидимся в следующих моих влогах. Пока!